В какой-то раз советую вам подписаться на канал Goodbye FPS. Он начал делать прикольные монтажи, так что заходи и подписывайся. Ссылка в описании. Что это такое? Всем привет, ребят! С вами Киллер, сегодня мы с вами продолжаем исследовать локации Vault to Last. Сегодня мы будем исследовать с вами локацию административный блок и вернуться в административный блок. Да, я вот так вот болезненно начал эту серию. В общем, неважно. Первая вообще прикольная вещь, которую я недавно именно заметил, именно недавно, вот тут на днях. Вот смотрите, вот мы летаем с фрикамом, да? Вот тут ничего нет. Вот тут, вот запомните, тут вот сзади, ничего нету сзади. Вот да. Тут ничего нету. Тут отец Мартин, бывает. В общем, смотрите. Сейчас я пробегу. Вот, вот смотрите, бежим сюда. Смотрите, подбегаем к этому окну. Видите, тут есть задний двор. Вылетаем. У нас задний двор, ребята. Если честно, когда это увидел, я охренел. Потому что я реально не знал, что тут есть задний двор. Это тот самый, да, двор, по которому мы гуляли. И когда мы заходили тут мужское отделение, это оно. Да, ребят, это оно, это тюремный блок. Тут мы бежали от креса. На другой стороне у нас площадка для сушки. Да, на другой стороне... Площадка для сушки. В общем, так, это у нас церковь. В общем, здесь все наглядно видно, классно. Вообще, бесподобно, мне нравится очень сильно. Кстати-ка, да, один нюанс. Когда мы во дворе, ну, по крайней мере, я не заметил вообще вот две башни вот эти, если честно. Так, а вот тут локации нет. Тут я ставил телепорт, все проверял, ребят, тут... Поверьте мне на слово, тут нифига нету. Получается, когда мы лезли, у нас тут была лестница, вот тут, да, вот тут у нас тоже, по сути, такое место. Мы здесь забирали, шли. По сути, мы проходили рядом с теми окнами, в которые, блин, были. То есть, вообще, это все рядом. И, кстати-ка, я никогда не замечал вот это место. Никогда, ребята. Я не знаю, я то ли слепой или что, но эта локация просто мне нравится. Она бесподобна, да. То есть, принцип работы свободной камеры заключается в том, мы должны подойти туда, вот рядом к тому месту, который мы хотим исследовать, по сути. И тогда все у нас прогрузится, все будет классно. То есть, вот тут у нас ничего нету. Тут даже, ну, тут все прозрачно. Это все проверяли. То есть там Демси, там еще я там вроде бы как. Вентиляция тут есть. Смотрите, берем, ставим тут телепорт, выходим, заходим сюда и телепортируемся. Класс, мы тут. Бесподобно. Так, смотрите, теперь залезаем сюда. Локации тут нету. Что может быть лучше? В общем... О, класс! Смотрите. Ну, конечно. Церковь. Во, мы можем тут прыгать, это класс. Давайте мы, собственно, попробуем запрыгнуть. Вот на эти балкончики. Но вроде бы я не смогу, наверное. Я без понятия. А сейчас локация еще обновляться и так далее, и тому подобное. Во! Охрен тебе, локация. О-о-о! Ну тут такая же фигня, как в тюремном блоке. Мы тут частично ходим. Мы тут стоим. Но перебраться не сможем. Вот как-то так. То есть, ну, передвигаться не сможем. О, как ты горишь, отец Мартин. Просто жестко. Чё он так ярко горит? Или это в конце концов он так горит? Какой-то симметричный огонь у тебя получился. Я вообще первый раз вижу этого чувака, который на скамейке сидит. Лол. Просто лол. Ого, во, все. Вот урон не идет, этот отец Мартин прозрачный, у меня лагает. У меня тут до 16 FPS прям проседает. А, молитесь мне. Я Майлз. Я Майлз. Я отец Мартин. Че тут? Че это такое? Че это за текстура? Без понятия.
чуть за текстуру. Ну тут более интересно, вот смотри, тут можно погулять, тут можно постоять. Да, Майлз этот, блин, без понятия кто. Так, ну это все у нас дело прозрачное, углы у нас. Ну, то есть тут можно бегать, но тут практически все прозрачное. Это нет. Бензин! Ну, конечно, вы его облили сначала, ё-моё. Чувак. Ну, я понимаю, конечно, ты окаменел. Да вроде бы ничего тут нет, ребят, больше. Так что я не знаю, что можно еще найти. О, можно запрыгнуть на подоконник. О, где я? О, ясно, я точно. Церковь же... Что? Блин, опять нежданчик. Ребят, я даже не знал, что там братья стоят. Я не знал, что после всего этого они сюда приходят. А, блин. Точно, они же телепортировались с нами сюда. Ну, классно, чё. Привет. Привет. Не знаю, что на превьюшку. Либо горящий... Не, давайте лучше его. Давайте его. Кого? Давайте. Какую считалочку бы? Старинную, древнюю. Сидел петух на лавочке, считал свои булавочки. Раз, два, три, королевой будешь ты! Ха! Ты! Ты! На превью тебя! На превью! На превью, вот так вот. Вот. Чик-чик, все. Это специально... Специально так сделал. Ну да, и больше тут нету. Они пропали. Что это такое? Я ору, я просто ору. Видите, они пропали же? Ха! А. Падайте. Так, давайте, знаете как тогда? Я опять телепортируюсь. Опять прыгаю сюда. Во. Так. Я сначала подумал, что это нормально, что они там типа стоят. Что? Тоже, блин, бывает, да. Угу. Там никого не было, но кто-то там говорил. В общем, ребят, это просто пипец. Где твой браток-то? Опять это все повторяется. В общем, как-то так. Ребята, да, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Киллер. Если вам понравился, то поставьте лайк. Он оказался веселым. Я так думаю, блин. Ну хотя, чем он веселый? Этими только. О, видите? Видите? Я нашел баг. Короче, всем пока.